я. Чем старше дети, чем чаще они с препятствиями сталкиваются, переживая негативные эмоции на каждом шагу и замыкаются. Хорошо, если есть человек, который помогает им переживать, который принимает негатив на себя. Ребенок не должен страдать. Должны ли дети страдать? Бывает, что эмоций накапливается много, и никому нет дела. Мнение взрослых одно. Ты мало старался, сказано без слова. Далее эмоции по поводу неудач. Кого же ты такой, балда? Что из тебя вырастет? По жизни промах непригоден, будешь никуда. Нужно ли детей программировать? Вздохи, разочарования или гневные крики — просто эмоции. Грязны. От них надо очищаться по темам в пропорциях. На детей кричать не надо, даже если они совершают ошибки. Вы гневаетесь на них, пусть от вас исходят только улыбки. Должны ли дети быть похожими на вас? В семьях все перепутано, родители контролируют детей, при этом делятся своими эмоциями и негативом людей. Это высшая степень издевательства над своими детьми. Беспредел! У младших не остается шансов и любви. Должны ли дети быть похожими на нас? Нет желаний, есть только одно желание – немедленно умереть. Человек не может понять, зачем он живет. Может выбрать смерть? Бонус, когда предлагают родители – это умереть комфортно. Сидя в сети, в компьютере, день изо дня, как амеба, аморфно. Должны ли дети быть похожими на нас?